Итак, ребят, всем привет. С вами Нул. Нашел я такой вот интересный реплейчик в интернете. Ой, в интернете говорю. В Dota 2 решил вам продемонстрировать, что есть. Смотрим, в общем, что у нас тут есть. У нас тут есть геликоптер с четырьмя способностями. Причем уже с переведенными, если вы можете заметить. Вот. И также есть у нас Фантом Ассасин. Но почему-то моделек не видно, но видно, что у нее еще пока только две способности. Это Blur и Ultimate, группа The Grace, которая дает крит, дополнительные криты 400%. Вот. Интересно посмотреть, что-то вот тут что-то есть такое, это, видимо, то ли тень, то ли что, или маленькая уменьшенная. А, это просто, наверное, имя героя, вот, то есть, это Гира, наверное, написано, и такая вот 3D-моделька бегает. Вот. Ну, в принципе, не знаю, что это такое. Хоминг Миссел очень смешно выглядит. Еще не проработано ничего, ни картинки. Ничего, вот ей видно аватарки, что есть. Вот, сразу видно, что это кортестер. Найти реплеи такие можно с кортестерами, если знать имена кортестеров, которых я знаю. Да их можно посмотреть, в принципе, на DevDota. DevDota2.com посмотреть ребят, которые тестируют доту в закрытом режиме. Вот, вот можете даже ники сейчас некоторых посмотреть, поискать игры, может еще что-то какие-то игры. Так, что это, геликоптер? О, выстрелил. Выстрелил непонятно чем. Доктор Джонс идет на мид. Может, сейчас буду кидать способности, посмотрим, что из этого получится. Что он прокачал? Он даже ничего не прокачал. Почему ничего не прокачал? Так, ну видно, пыль какая-то идет, похоже на выстрел у снайпера. Фантомка бьет, не видно анимации атаки. Ну, очень забавно, интересное видео, можно попялить. Это говорит о том, что эти герои, может быть, выйдут в следующем патче, но, как говорится, вероятность этого крайне мал... Это что случилось? Что случилось? А, VTF-мод. Вот оно о чем. Просто думаю, что-то по пердушечке какие-то странные немножко у Клокерка. Да, интересный видос. Можно понаблюдать, посмотреть. Да, это предвещает тому, что скоро выйдут, появятся эти два героя, такие как Геликоптер и Фантом Ассасин. Будем ждать, будем надеяться. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо. А, да, кстати, видео сделано специально для Dota2.ru.